Привет всем, кто любит спорт. В эфире канала «Россия-24», выпуск программы «Мастер спорта». В студии Вячеслав Ильин. В чемпионате Чувашии по хоккею шайбы определился обладатель Кубка победителя в дивизионе «Любитель». Финальные игры прошли на льду «Чебоксары-Арена». В сезоне 2015-16 годов борьбу за награды чемпионата республики вели 9 любительских хоккейных дружин. В регулярном периоде команды сыграли 144 матча. Лучший результат показала дружина «Трактор Колос». В активе объединенного коллектива и Брестинского района Чебоксар 13 побед, из них 2 в овертайме и 3 поражения. Однако в чемпионате Чувашии 4-й сезон обладатель переходящего кубка определяется в играх на вылет. По итогам первых двух этапов финальную пару, как и в прошлом году, составили лидеры турнирной таблицы «Трактор» и «Туз». Согласно положению, обладателю чемпионского титула необходимо было одержать 2 победы. В сезоне 2014-15 годов подопечные генерального менеджера клуба «Трактор» Владимира Яковлева победили столичных строителей со счетом 6-3 и 2-1. Однако ныне тусовцы были настроены решительно и полны решимости спустя год вернуть себе почетный трофей Республиканской хоккейной лиги. Всегда должна быть победа только в «Тусе». Первая игра завершилась со счетом 5-1 в пользу строителей. Да и дебют второго матча благодаря быстрому голу показал, у «Трактора» сегодня сил удержать атакующий порыв своих визави просто нет. Еще волнуются ребята немножко, есть волнение, даже чемпион, не чемпион, все равно волнение всегда нам присутствует. Ну, что-то не хватает, значит, нужно прибавить в конце. Значит, я так думаю, что ребята прибавят, сами понимают, что надо играть. Осталось всего-то тайм один, значит, надо выигрывать, все это понимают. Действующий чемпион пытался сохранить свое лицо, однако сил полноценно противостоять, играя в 3 атакующих звена против длинной скамейки оппонентов, положительного результата «Трактору» не дало. Серебряный призер регулярки перевел игру в зону темно-синих, пресекая на корню редкие контратаки и брестинцев. В итоге все тот же счет 5-1, и спустя год столичный «Туз» вернул себе титул чемпиона Чувашии в дивизионе «Любитель». Последние 6 лет 3 раза серебряный призер, 3 раза чемпиона Чувашской республики. Здорово же! Я считаю, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас хоккей – национальный вид спорта. Мы это будем делать. «Трактор» получил серебро, а вот бронзовым призером стал столичный «Спартак», обыгравший в решающем матче «Энергию» 20 век. Ката в карате – хоть и формальный бой, но все же это поединок. Главный соперник, в котором сам спортсмен. Представители Кёкусинкая разыграли награды первенства Чувашии в дисциплине ката. Традиции, сила и координация – эти 3 понятия в карате объединяются одним словом – ката. Это своего рода философская азбука карате, изучению которой многие легендарные мастера посвящали всю жизнь. А что такое ката в современном спортивном карате? Классическая техника определяет потом успех бойца на татами в кумите. И если он хорош в исполнении техники традиционной, а ката – это как раз самая такая сложная форма, то он становится успешным в кумите. И даже если сравнивать психологическое состояние выступления на кумите и ката, то в ката даже сложнее выступать, чем в кумите, так как здесь ты борешься только с самим собой, а в кумите есть противник, и ты знаешь, вот она цель, ее надо победить. Поэтому ката – это даже, наверное, сложнее. То, что соревнования по ката – это не отбывание номера, бойцы Кёкусинкая смогли убедиться воочию. В числе тех, кто выходил на татами, были и их наставники. Свой экзамен на спортивную зрелость сдала и призер чемпионата мира в боевом разделе Кёкусинкая Ольга Игнатьева. Я как боец специализируюсь в кумите, выходя на поединок, не просто машу руками, а делаю определенные действия, которые помогают развить именно эту дисциплину ката. Кстати, в итоговом протоколе Ольга заняла 3-ю строчку. Чемпионский титул достался воспитаннице клуба «Викинг» Евгении Алексеевой. У мужчин лучше всех сумел справиться с заданием руководитель чебоксарского клуба «Цунами» Александр Кудрявцев. А вот борцы вольного стиля свой турнир посвятили юбилею одного из старейшин своего спортивного цеха. Экс-тренеру 5-й школы Олимпийского резерва, мастеру спорта Советского Союза Владимиру Ильичу Николаеву. В числе тех, кто поздравил мэтра республиканской спортивной борьбы, была и наша съемочная группа. Помериться силами в столичный центр вольной борьбы приехали более 200 мальчишек в возрасте 11-12 лет. Юбиляр вместе со своими коллегами и учениками придирчиво просматривал отборочные поединки, не забывая про свою традицию сопровождать все анекдотом в тему. Идут соревнования.
как говорится, тренер секундирует своему ученику, ученик проигрывает. И он ему машет и говорит: «Ваня, тебе это надо лучше бороться, питаться надо». Он: «Иван Иванович, вы же талоны не даете. Как я буду питаться? Приемы питаться надо делать». Владимир Ильич без малого 40 лет провел на ковре в качестве наставника. В его послужном списке более десятка мастеров спорта СССР и России, в активе которых награды не только республиканских, всероссийских и всесоюзных, но и международных состязаний. Вот и ныне главную судейскую партию на турнире вел его ученик, судья международной категории Юрий Алексеев. Владимир Ильич, он был на самом деле мой первый тренер, который меня научил ходить по ковру, дышать на ковре, бороться на ковре и привил любовь к этому виду спорта. Хорошо помнят тренерские наставления Владимира Николаева и его коллеги. Среди тех, кто начинал карьеру тренера после завершения спортивной жизни, был и вице-чемпион Европы Иван Григорьев. Когда закончил уже спортивную свою деятельность, начал работать тренером. И я думаю, Владимир Ильич, как уже опытный тренер, мне как молодому тренеру уже подсказывал азы тренерской работы. Я ему благодарен, конечно, да. И сегодня нашего Аксакала, тренера, сегодня юбилей. Я от себя, от нашей федерации хочу его поздравить. Днем рождения, пожелать ему здоровья. То, что результаты вольной борьбы определяются школой, доказали сегодняшние спортсмены. Награды турнира разыгрывались в 12 весовых категориях. Конечно же, победители и призеры соревнований — мальчишки не только нашей республики, но и гости из Татарстана, Коми, Ульяновской и Нижегородской областей не догадывались, что своим успехом они в том числе обязаны и работе, которую в свое время провел юбиляр. И самый большой подарок для меня — то, что этот спортзал действует, дети тренируются постоянно здесь. Я прихожу на соревнования, они, как говорится, ну, сами с радостью, и мне очень приятно. Готовя материал по турниру на призы Владимира Николаева, я все время ловил себя на мысли, что портрет тренера получился уж больно приторно-сладким. Коллеги и ученики отзывались о Владимире Ильиче восторженно и высокопарно, а ведь тренерская работа отнюдь не сахар. Что скрывает оборотная сторона медали? В поисках ответа на этот вопрос мы отправились на городской турнир по художественной гимнастике «Весенняя копель». Тренировочная площадка спортивного зала «Спартак», где проходили соревнования, напоминала большой муравейник. При поверхностном взгляде какое-то броуновское движение, не поддающееся логике. При фокусировке внимания — слаженность передвижений, четкость выполнения команд наставника, которые порой не стесняются и голос повысить на своих подопечных. Дисциплина превыше всего. Любой спорт начинается с дисциплины. Где нет дисциплины, нет спорта. Можно пойти в кружок, если родители не готовы выслушивать требования, жесткое отношение к детям. Я не говорю, что там пить или что-то еще. Можно похлопать по коленочке, по локтю, если ребенок совсем не понимает. Можно повысить голос. Это нормально в спорте. Если хотите добиться результатов, то нужно быть готовыми к этому. То, что строгость и даже порой жесткость в отношениях тандема тренер-ученик, как говорится, города берет, в этом мы убедились, просматривая итоговые протоколы турнира. Подопечные казанского филиала Центра гимнастики имени олимпийской чемпионки Юлии Бурсуковой — жемчужинки, мамба, радуга, рыжики, созвездия — обошли хозяев ковра в трех возрастных группах. И судя по восторженным лицам родителей юных граций, они хорошо знают, каким трудом достигается успех их детей. Родители, конечно, понимают, что все это дается очень тяжело и не всегда бывает полезно для здоровья. Но таков выбор наших пенсий. Ну, то есть вот если ваша Дашенька придет и скажет: «Мне больно, я не хочу ходить больше на тренировку», что вы скажете? Это будет ее выбор. На тренерском поприще пробуют себя и действующие спортсмены, игроки муниципального баскетбольного клуба «Чебоксарские ястребы». Сезон хоть и завершили, однако до истечения срока контракта без дела не сидят. На очередной мастер-класс 38-ю общеобразовательную школу вместе с профи «Оранжевого мяча» отправились и мы. В спортивном мире 38-я столичная школа известна достаточно хорошо. Более двух десятков лет это учебное заведение – приют для учащихся специализированных классов по плаванию. Однако любят здесь и баскетбол. Причем в школьной команде играют и воспитанники школы Олимпийского резерва по плаванию. Один из них – Андрей Николаев. Кандидату в мастера спорта по плаванию в школьной баскетбольной дружине отведена роль разыгрывающего.
так, что секреты мастерства, которыми с ним поделился коллега по амплуа, ястребовец Андрей Борисов, наверняка пригодятся в будущем сезоне школьнику. Ведь ныне ребята в республиканском финале всероссийского турнира КС «Баскет» уступили своим сверстникам из Шумерли. Так что столичной команде есть к чему стремиться. Мы, пользуясь неформальной обстановкой, поговорили с тройкой ястребов о перспективах на уже следующий сезон. Вот неприятный остаток все-таки остался от того, что мы не выполнили задачи, которые были запланированы на сезон. Но все-таки, как бы, вот эти на мастер-классы, которые мы сейчас показываем, немножко нам дают это. Вот время отвлечься от этого немножко, забыть то, что было. Мы пытаемся популяризовать баскетбол в Чувашии. В отсутствие на площадке главного тренера Сергея Худаева его функции на себя взял капитан чебоксарских ястребов Николай Долматов. Было видно, для 28-летнего нападающего тренерская работа привычна. Так что заминок в ходе мастер-класса с его стороны не было. Да и коллеги его замечания старались исправлять без лишнего шума и пыли. На заданный блок вопроса о составе на будущий сезон мы получили прямой ответ. На сегодняшний день контракт продлен с местными игроками Андреем Борисовым. Но это предварительная договоренность пока. На бумаге это еще пока ничего не подписано. А будет ли команда вообще заявлена на следующий сезон? Напомним, что перед муниципальной дружиной на старте сезона ставил задачу попасть в тройку лучших. На этот вопрос нам ответил руководитель нашей баскетбольной дружины. Результат — это не только 8-е место в чемпионате России, в Суперлиге, но и более 40 мастер-классов, которые были проведены в средних общеобразовательных школах города. А это ни одна, ни 2000 детей, которые воочию посмотрели на мастеров баскетбола вживую. И те, которые посмотрели, что они могут делать, а может быть, кто-то из них и пришел в секцию баскетбола для того, чтобы начать свою профессиональную карьеру. 45 минут школьного урока физкультуры с ястребами пролетели как один миг. Традиционная фотосессия завершила программу пребывания муниципальной дружины в общеобразовательной школе. Несколько движений нам очень сильно понравились. Мы возьмем несколько движений на практику. Я думаю, в следующем сезоне мы одержим победу. Мне близок баскетбол. Занимаюсь я им уже 3 года. Очень интересно, очень помогает здоровью. Не ходила на игры ястребов, не было времени, но обязательно схожу. Тему тренеров продолжим уже официальной информацией. В Москве прошло заседание тренерского совета Всероссийской федерации фристайла. В ее работе принимал участие старший тренер отделения фристайла и горных лыж 2-й школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии Валерий Васильев. Здравствуйте, Валерий Витальевич. Здравствуйте. Чем связан общий сбор, подведение итогов или уже планы какие-то? Да, в первую очередь это подведение итогов от прошедшего зимнего сезона, ну и планы на будущее. То есть это учебно-тренерские сборы, подготовка самих команд, сборных команд. Ну, не за горами, уже как бы меньше 2 лет осталось до Олимпийских игр в Корее, в Пхенчхане. Это зимних игр. Зимних игр. Ну, нам есть чем похвастаться в этом сезоне. В общем-то, мы неоднократно рассказывали в нашей программе об успехах суперлыжников, суперфристайлистов наших, Ланы Прусаковой и Дмитрия Мулиндеева. Ну, а сколько человек вообще входит в состав национальной команды? Я имею в виду воспитанников Республиканской Федерации, которую вы возглавляете. Ну, могу сейчас сказать, даже порадовать и любителей, и тренеров, и нашей спортивной школы, что у нас еще 2 человека вошли в состав сборной команды России. Это Яковлев Максим и Романов Максим. Это дисциплина? Дисциплинский кросс. То есть в общей сложности у нас получается в составе национальной команды 4 человека. 4 человека. Лана Прусакова и Дима Мулиндеев. Угу. Приходится отстаивать свои позиции или все протекает гладко, в общем-то, как по бумаге? На прошедшем тренерском совете приходилось отстаивать ряд спортсменов, которые должны быть в составе. То есть по отбору, критерию отборов это 8 человек на участие первенства России. Но приходилось, да, одного спортсмена отстаивать. Вроде вопрос решен, и уже это будет в списках сборной команды России. Вы уже обмолвились о том, что меньше 2 лет остается до зимних Олимпийских игр. И, в общем-то, наша звездочка и наша надежда, это, конечно, Лана Прусакова. Какая формула отбора на Олимпиаду? Система отбора, это заработать надо очки на Кубках мира. Но на данном этапе уже имеют квоты для участия в Кубках мира. Это на Кубках мира зарабатывать очки. Это Лана Прусакова и Диме Мулиндееву. Ну, я думаю, что у Ланы получится это, должно получиться. У Димы, конечно, чуть потруднее. Там есть жесткая конкуренция среди команд, сборной команды нашей России.
Ему придется попотеть. Ну что ж, мне остается лишь пожелать удачи вам в вашей работе, и чтобы тьфу-тьфу-тьфу, все обошло без травм. Спасибо. Эта информация завершает выпуск нашей программы. Впереди вас по традиции ждет анонс наиболее значимых спортивных мероприятий предстоящих выходных дней. Я с вами прощаюсь до следующей недели и с наступающей вас Пасхой. Светлого вам Христового воскресенья. 28 и 29 апреля. Бассейн 9-й школы Олимпийского резерва, город Чебоксары. Чемпионаты первенства Чувашии по плаванию. 29-30 апреля. Спортшкола номер 1 города Чебоксары. Первенство Чувашии по бадминтону среди юношей и девушек. 29-30 апреля, 1 мая. Новочебоксарск. Манеж 3-й школы Олимпийского резерва. Всероссийские соревнования Уральского и Приволжского федерального округа по тайскому боксу.